привет! Меня зовут Жина, и добро пожаловать на мой канал, где я рассказываю о жизни нашей интернациональной семьи в Южной Корее. Сегодня у нас беременная фотосессия. Я долго к ней готовилась, долго подбирала образы. Я хотела, чтобы эта фотосессия отличалась от фотосессии с моим старшим сыном, где-то там, и с моим младшим сыном. У нас уже третий малыш на подходе. Сейчас срок 36 недель. До ПДР остался месяц, но думаю, что малыш родится раньше. У меня такое предчувствие. Я хоть и улыбаюсь, но день сегодня начался не так, как хотелось бы. День начался у меня со слез. Сначала маленький малыш натворил дел. Мне пришлось все за ним убирать, купать его. При этом времени было просто в обрез. Далее я начала себе делать прическу. У меня не получалось уложить волосы. В итоге я сделала гульку, распущу в студии, и пусть как будет. В общем, прическу, которую я хотела сделать, у меня не получилось. Макияж тоже. Я когда красилась, малыш зашел в комнату. Хотя муж должен был за ним следить, чтобы он не зашел, не мешал мне. И разбил мои тени. Просто все было в тенях. Я потом еще долго убиралась. В итоге мы сейчас едем, я надеюсь, что мы не опоздаем, потому что я еще хочу купить цветы, заехать цветочный для съемки. Надеюсь, мы все успеем, надеюсь, все пройдет гладко, надеюсь, что малыш нормально себя будет вести и будет участвовать активно в фотосессии. Надеюсь, что этот малыш тоже будет слушать меня. В общем, я этот день планировала уже 2 недели. Так что я хочу, чтобы все прошло идеально. Надеюсь, так и будет. Красивые такие все цветы. Джина. Джина? Да. Ага, смотрите. Угу. Вот пакетик вам, да? Вот какие цветочки я выбрала. Был уже готовый букет. Будем использовать для съемки. Сейчас бегу набирать мальчишек, мужа и искать студию. Ира, ты выспался? Ира, чао-чао-сан? Сладкий такой. Сейчас будет фотосессия у нас сына. Вещей у нас, как обычно, куча. Милроуз. Цветы хотим, да? Thank you.
Сессия закончилась, мы сейчас голодные, идем есть русские роллы. Оказывается, кафе, которое мы обычно едим русские роллы, находится неподалеку. И мы оставили нашу машину на парковке. Почти пришли. Детям заказали пиццу с ветчиной и сыром. Иоанн, правда, ест только корочку от пиццы и больше ничего. А себе заказали сет роллов. Тут есть и жареные, и обычные. Ну а сейчас мы пришли в пекарню, называется «Мама Торт». Здесь продается наша выпечка, и я в прошлый раз брала на пробу немного, мне очень понравилось, поэтому мы пришли снова. В этот раз я закуплюсь по полной, хочется и сочник, и кексики, и тортик, и тирамису, и шарлотку, тут еще есть другие пироги. В общем, сейчас покажу ассортимент. Ну, здесь, как вы видите, много чего нашего, даже окорочка есть, представляете? Ну, а какой здесь стоит аромат? Ой, если бы я жила в Инчхоне, я бы сюда приходила каждый день. Мы уже дома. Так классно находиться в горизонтальном положении. Ой, вы не представляете, как за полдня я устала. Элька пьет свое молочко, да? Сына, вкусное молочко? Ой, хороший, да? Молодец, он сегодня был настоящим хорошим послушным мальчиком, да, сына? Не плакал, фотографировался, даже позировал. Спасибо тебе, сынок. И вот бы еще поспать, но он спать не будет. Спал по дороге в машине. Ехали мы. Это полтора часа. Эх, утром были пробки, поэтому ехали дольше. Очень устали. Все хотим спать. Поспать, к сожалению, не удалось с этими-то детишками. Сейчас мы идем к бабушке, будем вместе ужинать на работе. Купим по дороге мясо. Муж захотел пожарить мясо. Дома мы этого не делаем. Почему? Потому что сидим мы за столом напольным. И, как всегда, этот малыш все будет трогать и переворачивать. Сковородка горячая, опасненько. Поэтому идем на работу. Ялька уже собачку в магазине взяла. Счастье, полные штаны. Он обожает собак. Да, и машины. Ни одной собаки не может пройти мимо ни одной машины. Сейчас муж покажет вам мастер-класс, как заворачивать мясо. Корейский способ. И все полностью в рот. Мажется?
когда я помогаю на работе. Раньше это было гораздо чаще, но сейчас на 9 месяце беременности мне все дается с трудом, поэтому я помогаю, когда есть возможность. Меня, конечно, никто не заставляет, никто меня не напрягает. Это мое желание помочь. Сейчас вы видите процесс упаковки заказа. Заказали шабу-шабу на двоих, добавили к заказу грибы и ноки и кашу. В общем, такой вот семейный бизнес в нашей семье. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. И если у вас есть какие-то вопросы касаемо нашей жизни, нашей семьи, работы, пишите в комментариях. Я обязательно на все отвечу.